Вечер добрый. 9 часов вечера, и мы только зашли в дом. Поливали, давления никакого нет. Спасаем то, что выросло, если еще спасем. Вот, друзья, сшила я панамочку. Двухсторонняя, с этой стороны вот такая. И с этой стороны. С какой хочешь стороны, одевай. Две стороны рабочие. Теперь примеряем. Как мне? Нормально, доча? Класс. Так, не смейся. Я еще вся мокрая, вспотевшая. Итак. Это куда деть тряпку? Это тряпочка от комаров. Вот так, когда поливаешь шланг, держишь, и вот так комары кусают, прям в ухо залазят. В этом году такие комары, я таких комаров еще не видела. Ужасные комары. Итак, друзья, смотрите. Каждая панамочка из 6 клинов состоит. Вот. Как 6 клинки. Помните, юбки шили 6 клинки. 4-клинка. Вот такая она. Видите? Вот собирается. Вот такая. Его вырезаем. Двойные. Вот. Раз, час. Тут двойная. Две. Две штучки. И вот так 6 штук. Значит, строчим. Если желание есть у кого-нибудь шить для себя, можем шить. Очень хорошая панамочка. Ну, это вообще прелесть. Видите, как? Подходит? А что подходит? Главное, чтобы жара не била. Итак, отходим 1 сантиметр. Строчим. Укрепляем. Эта машинка, ребята, работает как зингер. Вот как зингеры машинки были. Ну, есть такие. Раньше в основном зингеры были такие, ножные. Вот. И вот соединяем клинья по 1 сантиметр. Вот так, друзья. Тут тоже укрепляем. И так все три части. Три части, значит, каждая по 2 штучки. Вот. А я ж думала, поеду, одену эту панамочку красивую свою и поеду в дорогу. А куда в дорогу, не скажете? В Грузию хотела ехать. А ситуация какая? Что творится? Самолеты не летают. Дороги тяжело выехать. Очень страшно стало. Вот вам честно сказать, стало очень страшно путешествовать. Раньше как было? Сел в самолет, купил 15 рублей билет от нас и полетел. 45 минут или 30 минут, ты уже там на месте. Слышите, как машинка работает? Аж приятно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Этой машинке лет 50. Это моей свекровки. От нее. Как? Осталась нам память. Вот. Было так, приезжал это свекра моего брата и купил свекровке моей машинку и подарил. И вот смотрите, она как работает. Как часы. Работает. Я ее ни на какую ножную машинку не меняю. Представляете? Так она хорошо работает. Вот. Соединяем эти клини. Соединили.
все эти части. Затем соединяем опять клинья. Короче, деталь в детали. Оно даже и кто не умеет шить, сошьет. Так легко его шить. И вот я опять к теме это возвращаюсь. Ехать. Хочу ехать в гости в Грузию. Ну, в гости кого? Кому бы и в гости, их там никого нет. Вся родня в другой стране. А мне, чтобы поехать, сказали, нужны основания. Кто мне будет основание? Представляете, как раньше было. Сел спокойно и поехал. А сейчас очень сложно. Сложно, страшно, что творится в дорогах. Тесты, прививки. Как вы на это смотрите? Вы все добровольно идете, сдаетесь в колодце? Я не знаю. Я боюсь колодца. А не поколище. И никто тебя не выпустит. В общем, не знаю. Буду думать, как, что, ехать, не ехать. В общем, друзья, жара ужасная. Все горит. Все горит. Воды не дают, днем воду отключают, без воды. И вот дадут час-два, и все. И не знаю, что делать. Бежать поливать, бежать бассейн набирать, купаться, посуду мыть. Так живем. Вот так и живем. Ну да, не первый год живем так. Привыкаем ко всему. Ко всему привыкает народ. Вот такая вот жизнь у нас пойдет. Тем более сейчас стало еще лучше жить. Еще лучше. Не то, что лучше стало жить, а не знаешь, как жить, как выжить. Ладно мы, а дети... Дети наши. Вот так и вся жизнь протекает. Не успеешь оглянуться. Так. Все, соединил. Все детали. Сейчас еще одну часть соединим и покажу. Очень легко, очень. Любой может шить, который даже не умеет пользоваться машинкой. Да можно даже вручную шить. Вот вручную. Без, если машинки нет, можно вручную двойным швом пройти и готов. Вот. Даже залежавшей ткани, которая ткань вот у вас залежалась, вот просто из той ткани прошить и все. А сейчас, чтобы купить 500 рублей панамки. Представляете? Вот и все. Вот я вам покажу сейчас то, что я сейчас прострочила. Вот. Видите, прям при вас соединила. Моментально. Вот шестиклинка, как юбочка. Видите? И вот так и световать будет на куколку. Вот. Затем проходим внутренние швы. Это внутренние швы. Вот, где мы строчили. Вот эти сейчас. Вот так раскрываем.
не обязательно утючком. Вот, вот так вот рукой, рукой, пальцами вот так раскрыли, вот так провели, и как будто вы проутюжили. Это лайфхак, как сейчас говорят наша молодежь. Все. Прострочили одну сторону, прострочили вторую. И так все шесть сторон. Видите? Вот. Потом берем цилиндр, круг. Вот так, кружочек. И вот этот кружочек соединяем. Вот так соединяем. Сейчас я вам покажу. Легко, очень легко, мои друзья. Очень легко прошить это все. Что, полчаса и готова шляпка, панамочка. Ну, я не буду, конечно, у вас отнимать полчаса, золотое время за полчаса. Знаете, сколько всего можно сделать, чтобы вы не теряли драгоценное время. Ну, а если нравится, смотрите, наслаждайтесь. Представляете? Это какие годы были, вот, шива, шитьем занимались. А вот опять, что бы ты ни делал, ты возвращаешься к этому. Сэкономишь. А теперь, а сейчас наше время, на пенсии не проживешь. Так, как хочется. Понимаете? Как хотелось бы. Очень сложновато жить стало. Да вроде бы сложновато, а все хорошо живут. Понимаете? Очень даже хорошо живут. Мне жалко вот то, что я посадила, хоть это спасти. Ну, выгорает, все горит. Кабачки, помидоры, огурцы завтра с утра пойду собирать. Потому что не успела огурчики собрать. Пока туда, пока сюда, пока шланг потянул, пока гусям налил воды. Туда-сюда и все. И уже темень. Представляете? Думала, пойду соберу огурцы, а не получилось. Так, а как эта баб-машинка называется? Название ее какое? Тут не видать как-то. Как ее? Ну, работает только так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Свекровка моя шила на этой машинке. Потом мы забрали. Ну, заловки искали золото забрать. А мы забрали машинку. Вернее, забрали. Они просто поздно опомнились. А то, наверное, и машинку забрали бы. И они другое искали. Ну и чё? Нам мы этому рады. Подарку. Память. Главное память. Так, всё. Шляпс готова. Шляп, чисто панамка. Вот так. Ты все хозяйство накормила, доча? Угу. Все поели. Кошки, собака. Видите? Вот и все. Тут многое не надо. Если хотите, делайте двойную. Если хотите, делайте одинарную. Представляете? Вот. Ну как, Зай? Нормально? Да. Вот и все. Какая? Это
Это... Они есть просто включить. Ну, это я уже буду потом соединять еще, да. Я просто вот показала. Две части потом берете, соединяете, выворачиваете. И получается вот такая шляпа. Экономно, дешево и зато своими руками. Вот я шила простыни, оставались лоскутки. Вот. Смотрите, вот. С этого. И это простынь, и это простынь. Отлично. Вот. А если взять, допустим, шелковые ткани, ну, конечно, там нужен дублерин. Дублерина не пойдет. Чтобы вид был. Ну, мне вот это очень понравилось. Хотите, если желание есть, ленточку сделайте. Ну, я сделаю ленточку. Просто некогда. Просто некогда, знаете, в селе живем. Некогда. Даже для себя некогда. Говорят, как говорят, один день всю зиму кормит. Так оно и есть. Ну что, доча, хватит уже записывать там. Посмотри, сколько минут. Или еще что там не рассказать. 16 минут. Еще поговорить. Ну что, друзья мои, вот я хотела еще и об этом больном моем сказать. Вот хочется поехать проведать, как говорится, родителей. Хоть на могилки сходить, понимаете? Там, конечно, никто не ждет и никого нет рядом своего. Вот. Ну, надеюсь, поеду. Очень-очень-очень-очень хочу поехать. Таким большим желанием. Не то, что желание, а это долг. Долг. Поехать, поклониться родным. Всем хорошего вечера. Всем бай-бай. До свидания.